Всем привет, с вами Алексей. 20 канатра от Харькова, 22 мая 2018. Сорт каталонский. Вот это были посажены кустики с очень слабой корневой. И тот, который видите обрезанный, у него вообще все замечательно. Те, которые не обрезаны, еще под большим вопросом. Ну вот этот, наверное, скорее всего засохнет. Этот, не знаю, посмотрим. Значит, в чем смысл? Он находится в полутени. И, как видим, прекрасно развивается. Поэтому я считаю, если вы купили саженец, вам очень захотелось, и так уж получилось, что он со слабой корневой, то сажайте его в полутени сначала. Потом, если что, пересадите на постоянное место. И, как видите, если правильная обрезка, да, там 30-40 сантиметров, ему хватает силы, корневая, даже маленькая, его вытягивает. Идем дальше. Это укрывались. Этот не укрывался. Верхушка, как видим, не очень. А внизу все в порядке. Сорт каталонский. Из Польши, напоминаю, мне прислали. Обрезанный по технологии кустик. Пока чувствует себя тьфу-тьфу-тьфу. Великолепно. Тоже как бы полутень здесь. Сейчас идем до того, который был посажен на солнце. Значит, уже весенняя посадка. Вот весенняя посадка. Был выкопан из ямы, небольшая корневая, солнца много, и, как видим, обрезку я не провел, так как у него именно наверху были хорошие живые почки. Но, как видим, ничего не получилось, то есть это уже трупы, скажем так. Поэтому делаем какие-то свои выводы, не помогли ни поливы, ни уход, ни подкормки, ничего не спасло. То есть слабая корневая и солнце. Это будущий труп. Тем более, который перенес большой стресс, тем более из Польши. Это для него, конечно, он просто не выдержал этого. Все остальные каталонские живы, из всех каталонских. Это тут больше, тут десяток у меня, да, ну, как бы только один пока не выжил, не показал листочков. Все остальные, в принципе, потихонечку развиваются. Отстают, естественно, от местных сортов. Отстают даже от трапезунда очень сильно. Ну, ничего страшного, место вакантно, вот, будет отводок, и я сюда пересажу, уже совсем все по-другому сделаю. То есть весенняя посадка возможна на самом деле, но она как бы очень рискованна. Это касается любых сортов, ну, наверное, кроме наших местных, и то надо очень аккуратненько. То есть, как показывает практика, тот, кто в полутени, тот показывает... Из молодых, особенно со слабой корневой растений, показывают наилучшие результаты. Если корневая хорошая, я вам показывал, то в принципе вопросов никаких. На солнце целый день и все хорошо. Всем спасибо, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. Всем пока.